Всем привет, дорогие друзья, это канал «Там, где я», и сегодня я вам покажу свою скромную рыбацкую лачугу. Вот, тут еще, конечно, не все завезено, половину вещей я еще не собрал, как говорится, вот, поэтому я еще привезу сюда спальный мешок, палатку, ну, еще немного блесен там каких-то. Вот, ну что, приятного просмотра. Что, открываем. Ну что, добро пожаловать в мою скромную рыбацкую лачугу. Вот у меня кормушки эти китайские, которые ранее я вам показывал в видео, как они ловят. Ни хрена они не ловят. Топор, пила. У меня кан для живца. Садок. Шампуры. Подставки. Вот еще у меня этот самый, как его, садок. Еще один маленький. Вот. Вот у меня стол мой рабочий, GoPro, немного блесен. Вот мне, кстати, живцы, они уже, кстати, готовы. Вот ранее тоже видос снимал, как я ловил их. Хотел шпрот сделать, в итоге анчоус засушил. Вот, немного у меня инвентаря рыболовного. Ну, здесь вообще, ну, как бы не особо много его. Надо будет все со временем докупать. Вот сачок у меня и аквариум. А аквариум, ребята, это у меня для живца. Буду я его здесь передерживать. Попозже видео сниму, завтра, наверное. С утра или в выходные в эти, то есть послезавтра. Нет, завтра не получится, послезавтра с утра поедем мы за живцом. Поставим ловушки для живца. Вот, наловим и сюда его запустим. Вот, а попозже мы уже поедем на этого самого живца ловить какого-нибудь хищника. Скорее всего, это будет налим. Вот. Такая вот у меня комнатка, так сказать, в которой мне комфортно находиться, да будем так говорить. Тут я буду оснащать свои удочки, ну и подобные снасти, подготовки, заготовки. Готовиться, так сказать, к рыбалке, к походу, ну, все вот это движение, короче. Так что, ребят, надеюсь, вам понравилось мое короткое видео. Вот. Очень рад, что у меня прибавляются люди. Пусть их немножко, прям малое количество, но мне все равно приятно. Вот. Поэтому, ну, что я вам еще сказать. До новых встреч. Новые видосы уже будут скоро. Буду почаще стараться выпускать. Все, всем пока.